Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Шедвель Игровые Миры. Сегодня у нас на канале знакомство с новой игрушкой под названием Silent Hill Alchemilla. Нет, это не новая часть игры Silent Hill и не продолжение серии. Это любительский мод, который был создан энтузиастами по игре Half-Life 2, вернее на движке игры Half-Life 2. И теперь он доступен нам в свободном доступе. Появился в 2015 году, где-то в январе, в продаже. И вот сейчас мы будем в него играть, пробовать и наслаждаться возвращением в тот самый прекрасный и ужасный город, хранящий в себе много тайн и призывающий нас снова в свои объятия. Давайте же начнем, посмотрим, что там нас ждет. Alchemilla, или как там правильно ставить ударение, точно не знаю, это госпиталь из первой части Silent Hill, которым руководил тот самый доктор Кауфман. Кто играл в первую часть, меня поймут. Так, мы просыпаемся. Ух, что случилось? Что я здесь делаю? Мы снова просыпаемся в комнате. Почему снова? Потому что поклонники четвертой части Silent Hill The Room поймут, к чему я веду. Хорошо, давайте смотреть, где мы и что мы здесь делаем. У нас есть ключ. Только что мы взяли ключ, осваиваем постепенно управление. Комната серая. И вот записка. Это последний день, который я провожу в своей старой комнате. Слишком плохие воспоминания, чтобы оставаться тут. Завтра я уже буду в Эшфилде. Я пока не хочу продавать дом. Не хочу, чтобы тут жили посторонние люди. Такое ощущение, что я оставляю тут нечто важное. Или я забыл здесь о чем-то важном. Вот такая заметка, которая пытается нас направить. Отправить по нашему сюжету. Так, это был блокнот, который мы осмотрели. Кровать. Давайте попробуем выйти с нашей комнаты. Дверь открыта. Мы в мрачном коридоре, окна которого выводят в стену другого дома. Надеяться на пейзаж глупо. Все заперто, все серо, все монотонно. Давайте посмотрим, что здесь. Книги, сувениры, семейные фотографии и прочий ненужный хлам. В шкафу также найти нечего. Спальня родителей. Здесь у нас еще одна спальня. Еще одна спальня. Здесь жила бабушка. Бабушка нашего главного героя. Вот просматривается первый пейзаж нашей игры. Мы видим только крыши. Жаль, что нельзя отдернуть занавеску. Честно говоря, я соскучился по Silent Hill и очень рад, что оказался снова в его объятиях. Пусть и не сюжетных объятиях, но хотя бы прикоснуться к этой мистерии снова. Ванна. Ванна ничего нам пока не показала. Это путь на чердак, скорее всего, но я пока не освоил полностью управление. Возможно, туда можно как-то забраться, но единственная кнопка, которая была указана в настройках, она пока что нас вверх не пускает. Хорошо, вот он, затуманенный дворик. Потрясающий пейзаж. Туман, который движется. Снова книги и сувениры. Это гостиная. Гостиная, где, возможно, наш главный герой совсем недавно жил со своей семьей, родителями, бабушкой. Воды нет. Воды нет. Холодильник давно закрыт. И открывать его совсем не стоит. Ну и не надо. Мы посмотрим, что здесь. Дверь заклинила. Замок сломан. И снова дверь заклинила. Единственная запертая дверь.
И вот мы снаружи, да. Мы снаружи можем вдохнуть этим серым, мертвым туманом. Пройтись по нашему дворику и окинуть взглядом наш дом. И вот что-то происходит. Что же здесь происходит, а? Сирена, переход в потусторонний мир, как это было в первых частях, скорее всего, да? Сирена сумасшествия. Она просто сводит меня с ума. И вот я прихожу в себя, постепенно прихожу в себя. И вижу какое-то устрашающее действо. Я в том втором мире, который был присущ нашему Silent Hill. Я в потустороннем мире, во втором параллельном мире. Мире железных ржавых полов, чудовищ, кровавых стен и тусклого красного света. Это иду не я, это ведет меня игра. Главный герой медленно проходит лежачий труп и приближается к каким-то железным воротам. Яркий белый свет осветляет меня. Я оказываюсь в каком-то месте. Что-то мне говорит, что это... Это, скорее всего, госпиталь. Или, возможно, какая-то его часть. Давайте заглянем в окошко. Надеюсь, ничего ужасного мы там не увидим. Да, видите капельницу? Давайте еще подсмотрим. Картотека, да, это, друзья, госпиталь, в который мы сейчас попробуем войти. У этой двери нет ручки, значит, мы не сможем ее открыть. Что ж, давайте войдем в парадную. Возможно, нас там не ждут, но другого пути у нас попросту нет. Was I dreaming? Gotta be because of the drugs. Наш главный герой пока что не может прийти в себя. То ли он спал, то ли это были наркотики. Давайте прочтем, что же здесь лежит у нас на столе. Ящик с инструментами найдете в кабинете администрации. Убедительно прошу немедленно начать ремонт водопровода. Если подвал зальет водой и выбьет генератор, это будет настоящая катастрофа. У нас есть пациент, подключенный к аппарату искусственного дыхания. Поторопитесь, иначе нам придется принять меры. Также проверьте сливную трубу под кранами на кухне. Администрация. Поломки. В этом госпитале есть... неисправный водопровод, который при взаимодействии с генератором, естественно, принесет огромные разрушения и катастрофу. Это снова наша записка, я думал здесь проскочить, но, видимо, такой возможности у меня нет. Телефоны, как всегда, не работают. Картотека пуста, а здесь находится что? А здесь находится... тот самый долгожданный фонарик. Кстати, игры, кстати, звуки из игры. Вот только что я взял фонарик. Даже этот щелчок. Это оригинальные звуки нашего первого Silent Hill. Когда я их слышу, меня захлестывает ностальгия и безумная радость, что я снова в Silent Hill. Давайте же посмотрим и зайдем в ординаторскую, узнаем, что же здесь. Здесь. Пустой стол. Пока что нам ничего не дали. Нужно запомнить, с какой двери я зашел. Здесь три двери. Справа был стол. Слева, возможно, будет тот самый телевизор. Там, где лежала записка. А дальше нас ждет следующая часть больницы. Давайте сохранимся. Это, скорее всего, сохранение, так как это... тот самый круг, та самая печать, которая позволит нам в случае чего возродиться на этом самом месте.
У меня странное ощущение, когда я смотрю на данный круг. Да, это та самая фраза из первого Silent Hill. Что ж, друзья, мы прошли вступление, мы осмотрелись. Игра уже затягивает. Пусть она будет не слишком продолжительная, но я хочу сюда снова вернуться. И в ближайшее время я это сделаю. Пусть эта первая часть будет как вступление, как знакомство с этим миром, очень интересным, миром ностальгии и ужаса. В следующих частях мы исследуем всю больницу и узнаем, что это за человек, кто он и что он здесь делает. Поэтому, если вам интересны наши похождения, оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч. Всего доброго, друзья!